твои родители. Мы ответили, что сделали с учетом того, что мы потом будем родители. Все, на роллерах все стоят, да? Здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле у нас праздник, мы открываем универсальный лыжный стадион. Почему универсальный? Задача стояла одна. Чтобы он был круглогодичный, чтобы он был круглосуточный и чтобы он был всепогодный. Поэтому я думаю, что наши коллеги-строители постарались именно сделать такой проект, который мы задумали не одно поколение саратовцев. Хотелось бы, чтобы это не было вот сегодня так красочно, красиво, а завтра забыто. Мы знаем, что это только первая очередь нашего строительства. Буду рада приехать на окончание этой стройки. И буду рада видеть ребят не только в сборной команде страны, но и просто на тренировках для того, чтобы мы все вместе любим лыжный спорт, для того, чтобы наша страна была здоровой по-настоящему нации. Я вас всех поздравляю. И в этом турнире аристократики нашей школы становятся победителями и призерами. Среди них Семенов Егор, памятник 50-х годов на Театральной площади, на месте современного музея имени Радищева. Наблюдатели стрел! Ваши аплодисменты! Все мишени закрыты! А это значит, дорогие друзья, что... Скандинавская ходьба летом и зимой на лыжах. Я думаю, что вы здесь будете получать тоже удовольствие. Да, замечательно. Спасибо.